Привет, с вами Эйвори. Добро пожаловать на очередной видеоурок. В этом видео я покажу вам, как сделать калибровку контроллера Mavic Pro с помощью приложения DJI GO 4. Контроллер должен исправно работать сразу из коробки. В случае некорректной работы следует выполнить калибровку контроллера вашего Mavic Pro. Для начала нажмите иконку с тремя точками в правом верхнем углу экрана для доступа к настройкам. Далее, в левом ряду иконок выберите третью сверху для доступа к настройкам контроллера. Первая опция называется «Калибровка контроллера». Нажмите сюда, чтобы перейти на экран калибровки. Имейте в виду, контроллер должен быть соединен с телефоном. При этом сам Mavic должен быть выключен. Нажмите «Старт» для запуска калибровки. Не трогайте стики до начала процесса. Вы можете наблюдать два серых кружка в квадратах на экране. Они указывают положение стиков. Переведите два стика вверх до упора. Совместите положение стиков с синими кругами наверху квадратов. При этом оба синих круга будут двигаться по периметру квадрата. Продолжайте движение стиков за синими кругами до тех пор, пока границы обеих квадратов полностью станут синими. После этого прокрутите левое колесо для совмещения с синим кругом на экране. Вы успешно откалибровали ваш контроллер. Выполняйте калибровку контроллера при обнаружении любых отклонений в его работе.